Добро пожаловать обратно, эктайпы. До нас дошли слухи. Слухи? Что вы считаете, что освоили режим бесконечности, что вы победили опустошенных? А вы уверены? Преданные и расходуемые последователями Тема обнаружили жестоких защитников в каждой солнечной системе. Сражайтесь с холодом в царстве ледяной матери опустошенных. Постарайтесь не сгореть в пламени огненной матери опустошенных. И не будьте шокированы шокирующими выстрелами сковывающей матери опустошенных. Что? Кто это писал? В любом случае, эти битвы с боссами не для слабонервных, и только самые опытные команды смогут выжить, чтобы рассказать об этом. Ну что, кто в этот раз? Это был ты? А? Эй, неприлично тыкать пальцем. Перестань. Да, ты. Да, у нас теперь есть эмоции. И камень, ножницы, бумага. Это для важных решений. Как говорится, плохую команду могила исправит, но все же своих посредственных друзей можно сделать чуть менее посредственными с помощью реликвий. Используйте древние силы Метема. Улучшите корабль и играйте по-своему. К черту всех! Реликвии. Вот твои лучшие друзья. Просто глянь на нее. Разве она не милах? Если вы предпочитаете путешествовать в одиночку, не волнуйтесь. У нас для вас кое-что есть. Это особая реликвия только для вас. В наборе часовой вы найдете новенький модуль «Разум» с блестящим коронадным орудием. Чтобы сделать все более плавным, мы также провели несколько оптимизаций, и игра теперь поддерживает технологии масштабирования NVIDIA DLSS и AMD Fidelity FX Super Resolution. Звучит круто, да? Именно, только не спрашивайте нас, как они работают, потому что мы действительно не знаем. Магия! И, как всегда, добавлена куча улучшений! Раздавлена куча багов, а Стив поджарен. Так что самое время надирать задницы и жевать биомассу. А биомасса-то уже закончилась. Обновление 5 ждет. До следующего раза. Да хранит вас Метем и ваши драгоценные реликвии.